посольство Франции в Киеве. Целый день приходят люди, они зажигают свечи, оставляют карандаши и ручки как символ свободы слова. Некоторые принесли распечатанные карикатуры Шарли Эбдо, которые и стали причиной нападения на журналистов. То, что написал этот французский сатирический журнал, это просто повод найден. То есть ничего, ничем они особо никого не обидели настолько сильно, чтобы их за это убивать. Это издание было, всегда позиционировало себя как карикатурное, и оно шутило на грани фола не только над религией, но и над своими политиками, над другими народами. Я уверена, что весь мир восстанет против этого варварства, потому что свободу и свободу слова нельзя задушить.